Привет, друзья! Меня зовут Тарас, и сегодня я хочу вам рассказать о новом приборе для гитаристов от компании ST-Rock, который называется Reactive. Это, по сути, loadbox, так называемый, с возможностью проигрывания импульсов кабинету, то есть как симулятор, а также тут есть встроенный аттенюатор. Прибор подключается к ламповому усилителю и выдает нагрузку 8 Ом. Также тут есть аттенюатор, выходы Direct-Out, который посылает сигнал на устройство без кап-симуляции. Также линейный выход, через который можно осуществлять запись уже с кап-симуляцией. MIDI-вход, USB-разъем, а также вход through, то есть сквозь, да, получается. На передней панели мы имеем уровень на наушники, два входа. AUX-in — это можно посылать сигнал с плеера или телефона, также наушники. Impulse Loader, тут есть 25 ячеек памяти, которые позволяют записывать туда свои любимые импульсы. Меню, клиппинг, аттюняция, а также есть отключение, переключение на реактивную и пассивную нагрузку и включение-выключение резонанса, который добавляет низких частот кабинета. Ну, послушаем, как это дело может звучать. Софт для программы Reactive имеет простой, интуитивно понятный интерфейс. Программа не требует установки в систему. Можно ее взять с собой на флешке, перенести, например, на другой компьютер. И двойным кликом по экзешному файлу запускается вот такой интерфейс. В левой области мы видим 25 ячеек под импульсы. У меня тут уже 10 занято. Вот. Можно загружать, как я уже говорил, свои импульсы. Они загружаются через кнопку AR Browser. Нажимаем, находим папочку с импульсами. Она у меня вот здесь. Вот. Выбираем свои любимые импульсы, тестируем, если подходит и нравится, добавляем, нажав на кнопку Write to Device, то есть импульс записывается уже в прибор. Справа здесь мы видим апдейт прошивки, бэкап, в главном меню справа MIDI область, по центру мы видим также тут графический эквалайзер, 5 полос основных частот, также внизу параметрический эквалайзер, также есть noise gate, разные варианты тонстеков тут выбираются, 800 и GTM45 и так далее, это все меняет звук, а также есть выход уровня громкости. Можно его понизить до приемлемого уровня и также повысить на плюс 15 единиц. В принципе, все хорошо.
И все понятно.